Выглядит бедненько, зато работает. И не попросил с тебя денег? Да? Даже в рассрочку? Уже испытываю. Говорю, после операции просто сказал. Увидимся. Будто вам в жизни осталось рассчитывать. Стой, котик! Ты куда так спешишь? Вы правда так? Я думаю, что фортуна как колесо рулетки. Иногда ей надо помочь. Рискнуть. Возможно. В ваших словах есть доля истины. Благодарю вас за совет. Да тут так смешно было вообще! Какие-то малолетки Хочу поставить хром поновее. Хорошо. Ви! Пасифика зовет. Если тебе так важно туда попасть, сегодня твой счастливый день. Тебе что-то подвернулось? Ну, как я и говорил, что им не попытаешься втюхать, они это в гробу видали. Зато у них появился один заказ. Вот я и предложил тебе. Сделай все хорошо и удостоишься аудиенции у Брижит. Ладно, а с кем и как мне связаться? Найди часовню на Слоун и подойди к алтарю. До тебя дотронутся или кивнут тебе. Что-нибудь такое. Понятно, спасибо. Yeah!
Такое дело, нужны дроны. Экономия бюджета, мать. Помогите, помогите, черт подери. Ви, у тебя есть минутка? Да, конечно. Только, боюсь, минут не хватит. Можешь приехать в лагерь. У меня проблема. Уже еду. Ох, спасибо. Прямо камень с души. Только мне нужна инфа. Что у тебя за проблема? Знаешь, будет лучше, если... Погоди. Это из-за Сола. Насквозь меня видишь. Угу. До скорого. Можешь посмотреть мои импланты? Эй, Чумба, это что за наебалово? Тут же не хватает 4 кусков! Я столько получил от Пабло. Тебя что-то парит? С ними разговаривай! Я не с Пабло работаю, а с тобой. Если что не так, отвечаешь тоже ты. Я тебе прямо сейчас кишки выпустил. Тогда не знаю, что это... Послушай-ка этого парня. Как тебе музон? Ну, на мой невзыскательный слух ничего так. Не напрягает во всяком случае. А знаешь почему? Потому что техника — это не главное. Важны эмоции.
Парню явно есть что сказать. Надрыв есть, этого не спрячешь. Не слишком уверенно держится на сцене. Руки не поставлены. Вылетает из ритма. Но в целом неплохо. То ли похвалил, то ли обосрал. Так же начинал. Играл на улицах и мечтал собирать стадионы. Не смеши. Некогда мне было карабкаться к славе. Я был занят. Сотрясал мировые устои. Пробившись наверх, получаешь аудиторию. Если мир тебя знает, его и трясти попроще. За все надо платить. Если своими песнями ты плюешь в корпоратов, какой лейбл тебя подпишет? А проданные идеалы и принципы обратно уже хрен ты выкупишь. Да уж ладно прибедняться. Залы ты собирал. Я память-то видел. Ну да, играли где могли. В парках, на заброшках, в подпольных клубах. У нас сразу была аудитория. Кто-то нас даже записывал, хотя мы еще были никто. Ну ты как, готов? Значит, где-то еще можно найти старые бутлеги самурая? Найду эти записи и буду визжать от восторга каждый раз, когда ты со мной заговоришь. Как тебе план? Только, блядь, попробуй. Ладно, шутки в сторону. Записи еще существуют? Столько лет прошло. Вообще-то тут недалеко радужная каденция. Мы играли в этом клубе до распада группы. Отличное место. Народ собирался очень адекватный. Попробуй там расспросить. Джонни, где было твое отличное место, там теперь забегало. Что ж, тупое потреблятство. Давно найти победило. Еще очку команде соперника. Вот почему поверженный воин не должен возвращаться. Иначе он однажды увидит, как все его идеалы превращаются в дерьмо. У тебя. Твоя правда. Шнек кургами. Эй, знаешь что-нибудь про радужную каденцию? Еще один. Не слишком ли ты юн для этих ископаемых? Чего-чего? Сюда реально каждый день приходит очередной седой дедуля в драной косухе. И спрашивает про свой любимый клуб. А я, как запиленная пластинка, объясняю, что корпы выкупили клуб 20 с хреном лет назад. Пора уже объяву повесить. Хватит жевать безвкусные прессы. Знаешь что-нибудь про бутлеги времен радужной каденции? Ну, там, самурай, например. Самурай. Стрёмная красная рожа на черном? Да, даже я про них слыхал. Сюда иногда приходит один тип в их футболке, и к нему друзья подваливают, такие же чокнутые. А ты случаем не знаешь, где он живет? В 20-х годах он живет. А если серьезно, обычно рядом он тут трется, на рынке. И чем торгует? Клубникой со сливками. Сам ты как думаешь? Он торгует старинными записями древних инди-групп. И вот что интересно. Про эти группы никто ни хера не слышит. Круто. Спасибо. Фрут, отдайся инстинктам. Привет. Синтетическое мясо для натуральной энергии. Попробуй. Мне говорили, ты торгуешь хорошей музыкой. Но она у каждого своя. Есть Cartesian Dualists, кое-что из Евродина, Tainted Overlord. А самурай? Еще спрашиваешь. Есть Never Fade Away, Dancing with My Axe, Chipping In. Да любую назови найдется. Silverhand был мессия от рок-музыки.
Я бы его записи бесплатно раздавал. Но нужно ведь на что-то жить. А ты не как главный фанат Сильверхенда. Да, и этим горжусь. Нынешние рокеры ему в подметке не годятся. Было у Сильверхенда то, что этим в жизни не светит. А серебряная рука? Огонь в нем был, парень. Огонь. Он в печенках у корпорации сидел и погиб за свои идеалы. А ничего, что он был еще и немного террористом? Blaze way down the rabbit path. Мне нужны реально крутые записи. Ну там, бутлеги первых концертов самурая. Первых концертов? Да ты, я смотрю, вообще не в теме. Не понимаешь, что спрашиваешь? О легенде. Уж не знаю, откуда тебе известно про записи, но иди-ка ты нахуй. Это не для случайных людей. Я тут бывал во времена радужной каденции. Бутлег был бы напоминанием о старых добрых деньках. О, мне-то не заливай. Молодой ты еще, чтоб первые концерты самурая помнить. И ты, и даже батя твой. А ты по лицу-то не суди. Откуда тебе знать, что оно свое, а не имплант? Ну ладно, шкет, докажи. Как прошло третье выступление самурая? Эй, Джонни, тащи сюда свою цифровую жопу, мне нужна консультация. Как тебе такое? Иди нахер, Ви. Я тебе не голосовой помощник. Ну так чего? Долго ждать? Джонни, пожалуйста, можешь не усложнять мне жизнь? Мне и так недолго осталось. Но ты прямо лишаешь меня морального права на сарказм. Это все равно, что пнуть щеночка. Ты так часто подвисаешь? Наш третий концерт был в каденции. Случился небольшой пожар. Пьяные придурки заливали его пивом. Дэнни подпалили Хайер. Она потом долго парик носила. Не хотела импланты вживлять. Дай-ка подумать. О, помню. Там пожар начался. И бедный Дэнни подпалила Хайер. А я и сам чуть не забыл. Говорят, пожар сам Джонни устроил. Сигарету бросил. Чушь. Это была сигарета Керри. Но если где какой пожар, то его, конечно, раздул Джонни. Все равно не верю, что ты там был. А, похер. Только истинный фанат знает такие подробности. Ладно уж. Надо ведь прививать молодежи хороший вкус. Может, и есть кое-что специально для тебя. Держи. Круто, спасибо. Забирай. Неси слово Сильверхенда людям. Смерть корпоратам. Говорят, что время лучше учитель. Я раньше думал, что так и есть. Но вот этому за 60 уже, небось, а все еще живет в 20-м году. Он же твой главный фанат. Тебе разве не приятно? Я подорвал Арасака Тауэр, и чё толку? Башня на прежнем месте. Не люблю смотреть на тех, кто живет в прошлом. Люди должны меняться. И люди, и мир вместе с ними. Хочешь заставить людей измениться? Взрывчаткой тут не обойдешься. А чем надо? Музыкой? Хуй там. Вон, дедок помнит все тексты до единого, но так ни одного и не понял. И что, теперь будем резать людей?
бить морды прохожим? А может, они и не хотят меняться? Это их решение. Хочешь отнять у них право выбора? Может, они реально слепые идиоты. Может, только прикидываются. Но их надо заставить посмотреть правде в глаза. А как заставить? Вот это вопрос. Старше меня будут. Где она только запчасти для них находит? Ни за что. Я занимаюсь техникой, а не творю чудеса. Принеси Хочу что-нибудь обновить.
мне сотню по 50. Что у тебя есть?
Притормози! Сейчас с доходами? Да, Жень. Come on.
думаю прикупить себе. Ну что ж, значит, ты пришел по адресу.
Thank you.
Мне бы подзарядить. Эй, так давно не играл. С кем имею честь? Я Клэр. Ты меня не помнишь? В баре работаю. По смерти. А, у меня что, счет не оплачен? Да нет. Я часто про тебя слышу. Говорят, ты умеешь решать вопросы. А у меня тут проблема. Слушаю. Мне нужен пилот. Рулевой на гонке. Загляни ко мне в гараж. Изложу детали. И где этот твой гараж? Ворою на Велли-стрит. Милое местечко, ты сразу узнаешь. Хорошо, постараюсь. Если меня не будет, просто подожди. Я туда вернусь, как только смена в баре закончится. Ладно, пока, Клэр. Делайте обход каждые полчаса. Докладывайте лично мне. Мы готовимся к приему гостей из биотехники? Или к четвертой корпоративной? Стилеты могут напасть в любую минуту. Мне кажется, ты немного преувеличиваешь. Я больше не хочу сюрпризов. Мы готовы к нападению. Так лучше. Ви, привет. Он что тут делает? Я запретил тебе даже думать о конвое Мелитеха. Так ты дружка позвала? Чтобы все провернуть за моей спиной, да? Ага. Поэтому я и попросила Ви, чтобы он тут перед тобой покрутился. Думаешь, ты серьезно думаешь, что по нам можно что-то запретить? Поверь, не... Нет, не сделает. Нет, ну правда, Сол. Ты хочешь, чтобы этот Василиск просто ускользнул из наших рук? Именно. Это же такой шанс! Какой? Шанс загубить все... Какая-то унылая у вас дискуссия. Похоже, тема уже успела всех утомить. Нет, дискуссия закончилась давным-давно.
Люди из биотехники будут здесь через час. Постарайтесь за это время не налажать. Офигеть! Будем теперь траву в зеленый цвет красить по его приказу? Я думал, ваш союз с биотехникой распался. Сол хочет довести дело до конца и доказать, что Альдекальда держит слово. Охрана полей! Еще кукурузу мы не защищали, блядь. Сол добьется, что корпораты будут вытирать об нас ноги, а мы только кланяться и говорить спасибо. А что такое этот Василиск? Бронированный грузовой панцирь Милитеха. Корыто откуда-то из 60-х. Его хотят спихнуть к какой-то стране третьего мира, где он будет считаться новейшим чудом техники. Конвой Милитеха поедет совсем рядом, по 101-й трассе. Грех с ними не поздороваться. Да что с тобой? Ви? Неужели стоит ссориться с Солом из-за панцира? Да, с Василиском мы сможем наконец вернуться в большую игру. Семья разваливается. Если мы упадем в яму с биотехникой, нас перестанут воспринимать всерьез. Окей. То есть ты реально позвала меня, чтобы провернуть это за спиной у Сола? Кэссиди, Тед, Кэрол и Боб уже согласились. А почему, кстати, Сол так очкует из-за этого Василиска? Боится, что Милитех нас раздавит, если мы их обнесем. Ему кажется, что с корпорациями лучше дружить, как с биотехникой. Просто пиздец. Ага, а вы бы наоборот хотели... Мы бы хотели вернуться к тому, что умеем лучше всего. К перевозкам. То есть контрабанде. Я так и сказал. Как вы хотите перехватить Василиск? Спасибо, Ви. Разве я сказал, что согласен? Угу, пойдем поговорим с остальными. Получается, на операцию согласились только 4 ветерана, и все. Других мы даже не спрашивали. Слишком большой риск, что кто-то пойдет настучит Солу. Только ветераны понимают, какие возможности нам откроет Василиск.